Всем привет, играем в Фазмофобию, соло, кошмар, без улик, Тэнгл, Вуд, Холли, Бакли. У нас сегодня спугнуть призрака, распязие, веление. Все это нам знакомо. Делали, знаем, магион. Будет сделано еще раз. Так, превью. Рассвет. Обожаю рассветы, с ними очень красивый превью. Все. Надо было выронить фонарь ради этого. Здравствуй, призрак. Ку-ку. Чё как? Уже дверь открываешь? Ты ее закрыл? А чё падает? Дверь то ли закрыл, то ли открыл, ничего не понятно. Юрейство. Так, опять вилки. Да? Ложечка упала. Ну, вообще сильно кидается, с учетом, что я только пришла, он уже как бы тут устроил веселье. Единственное, что непонятно все-таки, что за дверь. Точнее, понятно, что за дверь, не понятно, что за комната. Типа тут или там. Тут или там, неясно. Так, нычка есть, доски нет, круга нет. Что же у нас тогда? Картишечков нет. Здоровки. На тебе... Хотел сказать МП4, а его тут нет. А чё ходишь за мной? Припёрлась. Константина бы какого-нибудь. Это, кстати, паранормальное явление. Пошло нам в зачет. Так, вот и Константин нашелся. Все, все у нас есть в целом, кроме комнаты призрака. Но я думаю, что мы сейчас как-нибудь быстренько разберемся. Судя по всему, это либо гараж, либо ютилити, либо кичен. Да. Дайте посолить. Цепану распятие. Пусть будет. Поваляйся. Пойдем фоткать вещи. Чпоньк. Это тоже нам пригодится. Так, так что в итоге это? Куда? Куда идти? Где солить? Здесь солить? Ты меня обманываешь. Это обманеживание. Я не думаю, что здесь солить. Может быть, здесь солить? Дурацкий рассвет. Зачем ты повышаешь температуру? Там, где не надо. Тут 15. Это тоже много. 14. Пост-эвент вообще был здесь. А, потому что он здесь? А, да? А! О! Вот это прикол. Так, тогда это вот так вот на стол. Да-да-да, все, я поняла, что здесь. Извини, извини, не сразу, не сообразила. Была не права, исправа. Кстати, вы тоже можете исправиться, если до сих пор не подписаны на крупнейшее русскоязычное ВК-сообщество по фазмофобии. Заходите, подпишитесь прямо сейчас. Ссылочка в описании. Если вдруг вы думали, где. А, она в описании. Так, нам солька нужна. Блин, свет. Ой, хорошо. Была бы моя воля, и вообще бы на всех картах бы сделала рассветы. Нафиг вообще нужно что-то другое. Так, это сюда. Ну, как-нибудь так.
А, это... А, вот это. Так, дверь. Нога. Не мираж, да? Распять и спугнуть благовонием. Хорошо, хорошо, все сделаем. Дайте мне свечку. Не надо. Соткало ничего, как хорошо, какая классическая классика. Здрасте. Не надо! Слушай, ну там что-то разлеталось, как будто бы. Здорово. Здорово! Не рано ли атака? Нет? Точно не Реф, не Хантуха, не Диоген. Вряд ли Морой, Таи. Нет. Всех остальных надо чекать. Я, блин, была в шоке. Я ничего не могла. Ни на что я не могла. Ни на чем заострить свое внимание не могла, потому что я не ожидала атаки. Слушайте, у меня была гастушка. Один раз. Два раза, типа. Где-то по 15%, если это обычный призрак, да? Непонятно. По-моему, по скорости он обычный. Прям сильно обычный. Я не думаю, что это джин. Мне кажется, если был бы джин, он бы меня там в мансах бы моих догнал. Ладно, пока я ничего не понимаю. Не понимаю, кто это, не буду даже об этом думать. Потому что все равно непонятно. Стартовала она, по-моему, из коридора. Вот там, где у меня фонарик лежит, вот где-то там она стартовала. Потому что до этого... как называется-то? До креста, до второго она не дотянулась. Почему так... Походу началась тень, я думаю, можно убирать. Мне кажется, как будто бы рано. Но, может быть, мне кажется. Ольку наступил там. И, в принципе, даже охоту проклятым предметом можно не вызывать. Кто у нас вот нормально так разряжает? Пони, Джин, Юрей, в меньшей степени Фантом. Ну, как будто бы, типа, да, на Джина похоже. Нет? Но это же был не Джин. Часы. Это был джин? По-моему, не был. Ну, а чё теперь не атакуешь? Чё случилось? Я думаю, будь это демон, он бы вот эту бы захватил. Как будто бы. Крестушку-то сожрал бы, как вы думаете, если он здесь стоял? По идее, да. По идее, да. Я думаю, что это демон. Я и, блин, и на Фантома не посмотрела, и на Они не посмотрела, вообще ничего не посмотрела. С чего была атака? Что ее триггернуло, если он сейчас не хочет атаковать? Понятно. Ну, тут, кстати, немного-то что разлетелось. Ложку это он давно уронил. Тут вилочка разлетелась. Вон тарелка и ножик.
То есть как будто бы не пол-то. Ты ходишь за мной? Ходишь за мной и гостишь? О-о-о. Так. Мать. Ты чё такие мувы делаешь, анрёйские? Слежу за свечками. Там прям был тайминг. То есть там погасла свечка и крест взорвался. Неужели Анрё? Анрё мог раннюю атаку начать. Чё, он тушил, только непонятно, я ничего не поджигала. Тушил пожары в моем сердечке. Разве что. Ну вот тут, вот прям тайминг был, как будто бы. Бесишь. Ага. Да, слушайте, ну второй раз. Это должен быть наш друг. Второй раз. Благовонием спугнуть, давай. Это не может быть совпадением. Не верю. Там во время охоты? Давай. Иди сюда. У меня какие-то начали случаться подлаги именно в тот момент, когда призрак еще близко ко мне подходит. Я из-за этого на стриме один раз умерла, тупо потому, что не успела поджечь благовошку. И меня это, если честно, тревожит, потому что, блин, какого фига, Анрё? Какого фига, игра, ты так делаешь? А это я что сфоткала? А, это я ничего сфоткала. Ну, это на самом деле концептуальная фотография, луч света в темном царстве. Ну, тут прям не было сомнений. Вот это прям красивое Анрё. Прям красивушное Анрё. Если вдруг у вас есть еще какие-то сомнения, я часто вижу в комментариях, что типа помогите, не знаю, как определять Анрё. Анрё чаще всего, лучше всего определять методом исключения. То есть типа, когда вы знаете, что это не Анрё. Для этого вы ставите крест, рядом с крестом ставите свечку. И наблюдаете за свечкой. Постоянно поддерживайте свечку в горящем состоянии. Если вдруг у вас свечка рядышком горит, а крест сгорел, взорвался, значит, это не Анрё. Это самый лучший способ, вот методом исключения, не Анрё. Вот здесь мне просто, ну, я считаю, что мне повезло в данном случае. Здесь очень хорошо было видно, прям четкое было попадание в тайминг, то есть я вот прям... увидела этот момент, да, и вы, надеюсь, тоже увидели, когда ставила свечка, она тушится и тут же вспыхивает крест, и потом второй раз это повторилось вот один в один, то есть разница между тушением свечки и вспыхиванием креста что-то типа 2 секунды, прям очень быстро это случается, но это не обязательно, понимаете, то есть иногда приходится ждать чуть подольше, то есть свечка тушится, а крест не естся, вот сейчас было видно прям наглядно, что это Анрё, но держите в уме, что работает оно не всегда так идеально, и по, как бы, моему опыту лучше все-таки говорить себе, что это не Анрё, вычеркивать там всех остальных и таким образом как бы разбираться с этим призраком. Мне кажется, что вот здесь метод исключения работает куда четче и однозначнее. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на донейшлёрд в описании под роликом, а также в шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.